Всем здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет видео об артизанах. Я знаю, что у меня есть несколько видео об ароматах этого дома. Я оставлю ссылки внизу, можете их пересмотреть, если захочется. Но сегодня будет, немножко, я бы сказала, такая обобщающая. Я хочу поговорить с вами об ароматах артизана, которые зиждется вокруг ноты розы. Дело в том, что у меня есть три аромата. Вот они все здесь, кучка такая. И я хочу про них поговорить, потому что они абсолютно все разные, несмотря на то, что они от одного и того же дома. Сразу скажу, что у меня нету розового аромата из их последней натуральной коллекции. Там немножко другие флаконы с такой вот пчелкой. Розовый аромат из этой коллекции называется «Роза Аркана». И, к сожалению, я не пробовала, и у меня ее нету, поэтому я ничего не могу сказать по поводу этого аромата. Но из классической линейки ароматы, которые «Voleur de Rose», «Похититель роз», потом «Drôle de Rose» и еще «Rose Privé», вот об этих я могу рассказать. И, быть может, если вы сомневались, какой приобрести, вы наконец-то сможете определиться. Если коротко, я, конечно, советую их все, но не все могут столько денег потратить, и не все хотят, и не все в парфманьяки. Поэтому давайте поговорим. Я, наверное, начну в хронологическом порядке. Самый первый из них был выпущен в 93-м году, по-моему, «Voleur de Rose», «Похититель роз». И для меня было очень интересным обнаружить, что это аромат 90-х. Потому что он очень малокомпонентный. Здесь всего три ноты. Пачули, которые здесь слышатся очень-очень хорошо. Роза, яркая, мощная. И слива. И, ребят, я должна сказать, что это для любителей грязной розы. Такой, вот знаете, я бы сказала, непристойный, чувственный. Хотите, даже назовите ее сексуальной, ради бога. Но, в общем, здесь очень мощная яркая роза и очень сильные пачули. И, кстати говоря, вот именно выбор сливы очень хорошо оттеняет эти два аромата, прибавляет терпкость, такую ягодность, сладковатость и глубину. Это отличный аромат. Во всяком случае, на моей коже пачули слышны очень хорошо. Вы знаете, как они настолько хороши, что с запахом моей кожи они начинают создавать как будто бы такое вот ошибочное восприятие такого мягкого мускуса, которого здесь в принципе нету и не заявлено. Но это просто говорит о том, что пачули очень бархатно ложатся на кожу, они не пахнут грязью, они не пахнут пылью, как это иногда бывает в ароматах. Очень достойный, благородный, качественный пачули. Если кто любит, обратите внимание. Роза идеальная, ребята. Она не масляная, она не дымная, она не сиропная, она не свежая роза. Это вот она какая-то идеально сбалансированная. Вот вы знаете, вот это вот слива и вот эта такая землистость небольшая, бархатистость пачуль как-то идеально сбалансирована эту розу. Этот аромат вполне бы мог стать вечерним. Этот аромат прекрасно сядет на мужчину, поэтому обратите, пожалуйста, внимание на «Похитителя роз». Сейчас ароматы «Артизан», я не знаю, представлены они на рынке России или нет, они вроде как собирались уходить, или, может быть, ушли, или опять вернулись, я точно не знаю. Но сейчас у них все флаконы в темном стекле и с темной крышкой, то есть они приблизительно такого же формата, граненые, но они без золота, они все затемненные. Но, тем не менее, насколько я знаю, этот аромат должен был остаться в линейке и был перевыпущен. Очень хороший. Очень вам его советую. Прям немножко животный, бархатистый. Ой, ну так хорошо садится эта роза. Она действительно очень крутая. Обратите на нее внимание. Следующее в хронологическом порядке идет «Drôle de Rose». Вот такой. И
Создан он был уже в 96 году замечательной Оливией Джакобетти. И я должна сказать, что вот этот аромат, он гораздо более сложный и гораздо более многокомпонентный, но он не настолько яркий, насколько Voleur de Rose. То есть это более пудровый вариант, во всяком случае, на мне. Это деликатная роза, но она в окружении других цветов. Здесь есть в составе что-то другое, какие-то другие цветы. Мне кажется, даже, может быть, фиалка здесь есть помимо розы. Есть сладковатая нота, либо какая-то очень сладкая сочная пыльца, либо мед. В общем, ассоциации с какой-то амброзией. Это отличное звучание. Пудровость, она, знаете, какая? Она, с одной стороны, такая легкая, мускусная, с другой стороны, есть определенная миндальность. Еле уловимая такая, вы знаете, вот качественный тальк, не детская присыпка, а вот качественный ароматизированный тальк, который в восточных странах любят наносить вот на руки. Знаете, иногда там бывает немножко с сандалом запаха, вот что-то такое. Вот есть такой вот очень благородный запах вот этого талька дорогого. Миндальность определенно присутствует, медовость. То есть получается очень интересно, получаются тончайшие цветы, получается прекрасная вот эта такая легкая пудровость на достаточно сладкой базе. Он звучит очень хорошо, он звонок, несмотря на то, что существует медовая сладость в этом аромате. И это как раз тот случай, когда аромат можно надеть, если вы очень молоды, или, я даже сказала, юны. А если вам нужно пойти на работу или в какое-то другое мероприятие, где запах, ваш аромат не должен мешать, это будет идеальный вариант. Но при всем при этом он звучит исключительно элегантно. Это великолепное цветочное звучание. Я должна сказать, что касается Оливии Джакобетти, она мастерица делать очень тонкие, нежные, воздушные, эфемерные, хрустальные ароматы. У нее это удается как ни у кого другого. Она в этом смысле гений. Следующий аромат, о котором пойдет речь, я уже о нем как-то говорила, но можно повториться. Rose Privé. Это уже более современное звучание. Это 2016 год. Руку к этому аромату приложил Бертран Дюшафур. И слава богу, что он это сделал. Если я не ошибаюсь, Rose Privé снято с производства. Поэтому, если вам встретится, прихватите. Этот аромат — это тот случай, когда мне не должно было нравиться по нотам. Но мне очень нравится эта роза. Она свежа, но она, ребята, она со специями, она с каким-то базиликом, она с перчиком, она оттенена каким-то лимоном, есть какая-то древесина, то есть это очень непростая комбинация. Но вот сочетание, вот базилик действительно вылезает, хотя я вам скажу, что я очень не люблю в кулинарии базилик, мне не нравится его вкус совершенно. Для меня он какой-то терпко-горько освежающий мятный, как будто бы. В общем, это не мое сочетание, я не люблю. Но должна сказать, что вот с розой здесь он сочетается просто великолепно. Он создает ощущение какого-то, вы знаете, вот это вот, может быть, прозвучит дико, но вот сочетание вот этого вот базилика, да, травы, растения, как хотите назовите, и розы, и вот они, когда совмещаются, они создают, знаете, вот запах, как будто бы вот перед вами какой-то фрукт, такой вот очень мощный, очень яркий, вот он прям пахнет, у него есть плоть. Вот такое ощущение плотности, вот этой вот плоти дает этот аромат, он очень глубокий, он очень насыщенный, как я уже сказала, это плотное сочетание. Оно развивается очень интересно вот именно из-за вот этой зеленой ноты. Это вот настолько необычно, такое вообще нигде не встречается, по-моему. Может быть, кто-то уже и стал такое копировать, но это было одно из немногих, конечно, когда вот роза была смешана вот с такими итальянскими кулинарными травами. Да, конечно, этот аромат, вот если бы не вот этот базилик, это было бы такой очень стандартный розовый аромат, но это как раз то, что делает его интересным.
В общем, я настоятельно вам рекомендую его попробовать. Он очень необычный, он очень здоровский. Что самое интересное, каждый раз, когда я им пользуюсь, я улавливаю какие-то новые его грани. И вот сейчас, вот как раз, когда я его нанесла недавно, вот у меня создалась ассоциация, вот это такой вот настолько плотного и мощного аромата, как будто бы перед вами вот материализация именно какого-то вот этого воображаемого ароматного фрукта. Вот настолько, настолько это интересное звучание, прям великолепно. Давайте подведем теперь итог, поговорив о трех ароматах. Я считаю, что они на самом деле у вас будут на все случаи жизни, если вы имеете три. Это что-то более роковое, более вечернее или же мужское. Можете делиться со своим мужчиной, со своей женщиной. Это универсальный аромат Voleur de Rose. Дроль – это когда нужно, чтобы что-то было пудровое, легкое, нежное, элегантное. Когда не хочется ничего тяжелого, хочется чего-то такого пудрового, слегка цветочного, очень девичьего, сладко, немножко сладко-кремового, это тот случай, то, что будет нужно вам. Где-то посередине вот этот вот аромат, который чуть-чуть, знаете, такой вот он чудаковатый из-за того, что используются кулинарные травы в этом аромате. Это для тех, кто, может быть, чуть-чуть хочет проявить такой, знаете, неординарность. Это будет очень хороший случай, потому что это все-таки нетипичное розовое звучание. В общем, у Артизана есть розы для вас на все случаи жизни. Как только я попробую розу Аркану и вообще что-либо из этой вот натуральной новой линейки, там, по-моему, 6 или 7 ароматов есть, я обязательно вам расскажу, просто пока еще руки до этого не дошли. Давайте напишите мне, пожалуйста, пользуетесь ли вы ароматами с розой от Артизана, есть ли у вас что-то в коллекции из этих трех ароматов, или, быть может, вы пробовали розу Аркану. Напишите мне, какой из них самый вами любимый, что вам больше всего в нем нравится, ну и заодно, может быть, напишите, что вы больше всего любите от Артизана в последнее время. Большое спасибо за просмотр. Обязательно пишите внизу, комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки, давайте общаться. Не забудьте заглянуть на мой инстаграм. И до встречи в следующем видео. Пока!